С вами Владимир Бутусов. Я нахожусь в Германии на фабрике Weltmeister. И у меня в руках вот та самая знаменитая Supita. Этот инструмент знаменит на весь мир. Сейчас уже это Supita нового поколения, Supita 2. Ходит мнение, что первая Supita была лучше, удачнее, как-то звучнее. Но хочется сказать, что все-таки вот этот инструмент мне очень понравился. То есть я вот на нем сейчас играю. Я, к сожалению, не держал в руках именно новую Supita первую, потому что я уже родился в 88 году, а эти инструменты выпускались еще ранее. Поэтому, конечно, в моем сознательном возрасте, это уже в конце 90-х, уже не было таких Supita в хорошем состоянии, в состоянии нового инструмента. Я держу этот инструмент и понимаю, что вот он тот самый звук, ради которого многие выбирали именно инструменты марки Weltmeister. Ранее фирма производила еще инструменты в виде кнопочных инструментов, в виде баян, кнопочный аккордеон. Русские люди в советское время даже переделывали аккордеоны на 41 клавишу, и отрезали гриф, вставляли гриф кнопочный, в общем, делали механику, потому что именно нравился вот этот вот звук, вот этой ломаные деки, вот этих голосов, может быть, какие-то есть определенные секреты, которых, конечно, производитель никогда не раскроет именно в этой модели. Инструмент в новом дизайне, он красивый, он, на мой взгляд, стал легче той Supita первой. У него более мягкий ход клавиш, более короткий. То есть это, в принципе, полноценный итальянский, можно сказать, аккордеон. А некоторым итальянским аккордеоном, он даже, многим итальянским аккордеоном Supita будет лидером. Полный набор регистров, легчайший, красивейший фагот, дает сумму с ярким пиком, божественный орган. Ответ голосов моментальный, чуткий, позволяет передать все эмоции даже на самых тонких нотах, на самых минимальных движениях. На самых минимальных даже движениях меха. Поэтому задача исполнителя и композитора будет в этом инструменте ярко показана. Этот инструмент считается очень профессиональной машиной. Конечно, не каждый сегодня может позволить себе такой инструмент, но всегда есть к чему стремиться. Поэтому я желаю вам успехов в освоении аккордеона, желаю вам такой инструмент. Конечно, такой инструмент не может быть единственным в вашей коллекции. Этот инструмент, он не для повседневной, наверное, игры, а он все-таки для каких-то важных событий, важных концертов, важных мероприятий. Или для любителей это инструмент, который нельзя никуда выносить из дома, никому не показывать, а только кайфовать, получать удовольствие, занимаясь на нем. Или по особым случаям на больших концертах. Это мое мнение. Я же всем желаю удачи, успехов. Любите аккордеон, играйте, выбирайте аккордеоны марки Weltmeister. Всем пока!